Я уже очень давно. Давно ищу Итана. Ищу отца, готового сделать то, что не захотел. Пожертвовать собой, чтобы спасти сына. О, я искал, искал, искал. И тут я вспомнил тебя. Столько убийств? Всего лишь поиски отца, способного спасти сына? Всего лишь поиски отца? Ты хоть представляешь, каково чувствовать себя ничтожеством в глазах собственного отца? Поверь мне, я страдал! Не меньше своих жертв. Я прошел все испытания. Верни мне моего сына! Он здесь. Осталось только открыть решетку. With you, oh, I can feel them coming for.
все повезло. Преступник вооружен и очень опасен. По приказу открываем огонь на поражение. Повторяю, на поражение. Эш, снайперы на местах? Да, лейтенант. Они ждут команды. Отлично. На сей раз он не выйдет. Открываем огонь, как только он высадится. Эй! Вы там! Что вам нужно? Лейтенант, меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Я докажу, что Итан Марс невиновен. Он не мастер оригами. Что здесь делает журналистка? Я же приказал всем молчать. Уберите ее, пока не полезла под пули. Есть, лейтенант. Ладно, пошли. Вы совершаете ужасную ошибку, лейтенант. Итан Марс невиновен. Я докажу. Сынок, пожалуйста, дыши. Умирай, сынок, пожалуйста, дыши. Ну же, дыши. Джон! Я думал, ты умер. Папа, я знал, что ты... Джон, слушай, ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я хочу сказать тебе, что бы ни случилось, я люблю тебя больше всего на свете. Я еще жив. Я выпил яд час назад. И не умер. Убери ее, наконец. Марс невиновен, черт возьми. Он невиновен. Эй, вы куда? Там копы. Снаружи. Они окружили склад. Только ты выйдешь, откроют огонь. Я выйду один. Поговорю с ними, объясню. Пристрелят, не успеешь рот открыть. Слушай, мы выйдем все вместе, подняв руки вверх. Всех нас не пристрелят. Я могу доказать твою непричастность, Титан. Слушай. Прости, что не поверил тебе.
Я думал только о Шоне и решил... Неважно. Самое главное, ты спас Шона. Облегчение, полиция сегодня объявила, что Шон Марс найден совершенно целым и невредимым. Мальчика держал в колодце убийца-мастер оригами. Успешное спасение мальчика стало возможным лишь благодаря Итану Марсу, которого полиция одно время считала убийцей. Его невероятная смелость и упорство позволили сорвать жестокие замыслы мастера оригами. Комиссар полиции принес герою официальное извинение. Главная новость дня. Наконец-то полиция выследила убийцу так называемого мастера оригами. Скотт Шелби, белый, бывший лейтенант полиции, он выдавал себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы. Шелби был убит в ходе проведения полицейской операции, однако подробности событий пока не уточняются. Скажем так, ее подобрал друг моего друга. Если нравится, берем. Эй, пап! Я вроде выбрал комнату. Ну? Что скажешь? Это чудесный Итан. Мы забудем о том, что случилось. И будем жить обычной жизнью. А прошлое вскоре покажется дурным сном. Мы заслужили право на счастье, Итан. Все трое. Попал на этой неделе на обложку «Мира сегодня» и признан всей страной новым героем нашего времени. И недаром он почти единолично положил конец серии жестоких преступлений, совершенных мастером оригами, и спас мальчика по имени Шон Марс. Его решительность и острый ум заслуживают восхищения. Норман Джейден! Здравствуйте!
Ты убил моего сына, Скотт. Ты вспоминал об этом, когда обнимал меня. Не знаю, зачем ты все это сотворил. И ничто не может тебя оправдать. Как же я презираю тебя. Я тебя презираю. I'm a father too. Stay back! Don't come near me, or I'll shoot!